кухню. Да спишь, работничек? Свежеумершая в обход твоей конторы попала в ад. А как это без распределения? Косяк. Данина, душа моя. Они придумали идеальную схему. Деньги, они на счет, когда поступят. Глазом не успейте моргнуть. Продал душу дьяволу и тут же отправляйся в ад. Что ты загадал? Что я стану первым человеком на Земле, который вступит в контакт с пришельцами. Надо искать посредника, того, кто уже побывал в аду. Хочешь кино? На мотоцикле полетать. Я тебе исполнение желания, ты мне душу. Я подписала договор, и все стало лучше, поэтому не лезьте ко мне. Валя, твой муж заключает сделки с дьяволом. Надо его найти и остановить. Не забываем делать вот так. Это обязательно? Нет, просто прикольно. Пора закрыть эту сатанинскую лавочку. Человека мне надо стать обычным. Можем уменьшить, можем увеличить, можем морщинки подтянуть. Я тебя сейчас испепелю. А дальше ты что? Взорвешь? Сдам ментам. Я только вернулась. Откуда? Из ада, ёпта. Мы исправим ошибку. Нет у напарничка. А у меня не было напарника. Судьба слуги зла. Тяжелая ноша.